остановил. Прошел еще остановился, но сердце не выдержало, блядь. Или совсем, блин, как говорится это. Ребята, котятам приблизительно недели две. Только-только начали глазки открывать. Есть еще, разумеется, сами не умеют. Три котенка в коробке на мусорке. Насколько же природа умнее человека? Малыши, обреченные на смерть на помойке, оказались не только накормленными, но еще и согретыми и умытыми. И у них появилось сразу аж три няньки. Первой к малышам подошла кошечка. Ей 10 месяцев. Сама еще подросток, не стерилизованная. Но то, как она приняла малышей, мы все были в шоке. Она их намывает день и ночь. Она еще сама дитё, и тем не менее, к этим малышам она отнеслась очень трогательно. И они воспринимают ее как маму. Хотя молочка у нее нет и сосать некого. Поэтому, насосавшись молочка в бутылочке, малыши сразу ползут к маме, чтобы им помыли животики и попы. Thank you.
понимаете, счастье заразно. За этим делом наблюдала сначала Бруня, потом наша спаниелечка. И обе решили стать дополнительными няньками. Ребята, это чудо. Любовь, она не имеет ни границ, ни нации, ни вида. Не важно, как ты выглядишь. Важно, какое у тебя сердце.